происходит, представляет нашу внимание уже раундовый поединок на преддверии финального шестого раунда. Виктор Чварков, в синем углу ринга, за разгромит Беларусь. 31 год боксера, рост 1,90 метров, вес 99 килограмм 500 грамм. Два боя до победы, одно поражение, ничьих не имеет. Виктор Чварков, синего ринга, красного углу ринга, Замин Атакиши. Город Баку, Азербайджан, 30 лет, рост 1,86 метров, вес 100 килограмм 400 грамм. Профессиональное сражение, один бой до победы, одна победа нокаута. Ничьих поражений не имеет. Замин Атакиши, красный угол ринга. Финальный шестой раунд! Поддержим бойцов. А теперь мы уже все вместе! И к нему сразу, к нему. Вот. Сам к нему иди. Вот здесь у каната работает. У каната. Шаг назад сделай, на входе бей. Шаг назад, да. Теперь к нему опять. Вот, молодец. Молодец, еще, еще. 10 секунд, замек. Хорошо. Боксеры в центр ринга. Уже все финал, а? Уже все. Дамы и господа, победа!
победу в шестираундовом поединке. И на разрешение судьи одержал Сабик Атакешия. Сабик, поздравляю вас с победой. Мы просим вас прокомментировать ваш второй поединок на профессиональном ринге. Спасибо. Юрий, то же самое промотор. Владимир Чайко. И клуб. Что вы можете сказать о поединке, о своем сопернике? Чувство хорошее, но сильное. Я поздравляю вас за миг, желаю вам удачи на профессиональном ринге и до новых встреч! Итак, дорогие друзья, дамы и господа, сегодняшний день профессионального бокса, который представлял вашему вниманию культурно-развлекательный центр «Матчпойнт», зал бокса «Тафай», а также промоутерская компания «Империя спорта». Мы говорим вам не до свидания, мы говорим вам до новых встреч! Занимайтесь спортом и будьте счастливы всегда!